И я участвовала в первом захвате ОГА, провела там ночь, участвовала в захвате СБУ. Вошла в СБУ с 6 апреля и полгода проработала там в тяжелейших условиях, без зарплаты, на кухне. По болезни потом принимала присягу, по болезни ушла. И сейчас 8 месяцев я не получала пенсию от Украины, а только начала 2130 получать пенсии от ЛНР. И вот меня уже приходили отключать свет. Завтра придут отключать газ, и если наше правительство все делает по законам Украины, то можно ожидать, что скоро начнут людей выбрасывать на улицу. И что нужно делать, я не... как бороться с этим, я не знаю.